Это авторский проект «Человеческий фактор». Я его ведущий Сергей Карпи. На этой неделе не пропустите очередное журналистское расследование. Она решила вселиться в брошенную приватизированную квартиру. Мне лишь бы до смерти прожить. Почему в Енакиевском поселке, где полно ненужного жилья, чиновники заинтересовались именно тем, которое за свой счет взялась благоустраивать бездомная? Наследников не было. Видимо, кому-то же зачем-то эта квартира понадобилась. На что готова пенсионерка, если ее таки выбросят на улицу? Обольемся бензином на своих. Что коммунальщики хотят сделать с квартирой? Ее нужно показать как свободное жилье. И есть ли шанс остаться? Смотрите в пятницу 19:10.